Алекс, хватит вести себя как первоклассник. Давай мыслить объективно. Что тебе дал выигрыш этого чемпионского титула? Ты защитил его только один раз против своего друга Ди Гранди. И что ты хочешь им сказать? Будь у тебя хороший менеджер, у тебя были бы хорошие матчи с хорошими рестлерами. А что самое главное, достойные титульные защиты. Ты же знаешь, о чем люди начали говорить. Ну о чем же они говорят? Что у нас чемпион не настоящий, что он боится защищать этот титул, что он матчи избегает. Опять 25. Слушай, если кто-то про меня что-то и говорит, то пусть подойдет и скажет мне это в лицо, окей? К тому же я допускаю то, что ты мне сейчас просто нагло врешь. Ну давай поговорим о реальных вещах. С момента, как я выиграл этот титул, я бился с лучшими из Питера и из Москвы. Так что я тебе повторяю в сотый раз. Я никого не боюсь и никого не буду бояться. Цифры говорят за себя, Алекс. 4 месяца, 1 титульная защита. Против Ди Гранди, которого Егор Соколов вырубил с одного ожога. За это время Руслан Акела Ангелов победил такого гиганта, как Кувалду. Индиго провел 2 боя и оба победил. Я вижу, что ты пытаешься сделать. И я не попадусь на твой крючок. Вот как, например, вот этот. Что он тебе пообещал? Небо в алмазах. Кучу денег. Что? Ты понимаешь, что ты окажешься на помойке, как и все остальные, когда он с тобой наиграется? И появится еще Индиго, еще, еще, еще. Так что, парень, подумай. А ты заруби себе на носу. Я сам по себе. Ну, я так понял, он все еще упирается. Все, как ты и предполагал. Но наша договоренность это в силе? Да, естественно. Отлично, приятно иметь с тобой дело. До скорых встреч. До встречи.